Хотела бы обратить внимание, особо сейчас, особенно вот при такой температуре, это на покупку готовой продукции, в частности, это салаты, особенно заправленные майонезом. В течение часа-двух количество микробов увеличивается там в сотни, в тысячи раз, и поэтому может быть такая ситуация, что пикник, праздник, продукты все качественные, приготовили, но постояв в течение часа на воздухе, эти продукты становятся уже негодными к употреблению.